Я веду активный образ жизни, много гуляю, общаюсь, тренируюсь, работаю. И вечером немного времени провожу в интернете. В последнее время часто мне попадаются видео с названиями «Лайфхаки к школе», «Лайфхаки в уборке» и подобные. Поэтому мы решили подготовить для вас сюжет о небольших спортивных хитростях, которые помогут в ваших тренировках. Один из самых доступных видов спортивной активности – бег. Чтобы бегать комфортно, необходима специальная обувь. Даже для любителей легких пробежек пару раз в неделю это важно, потому что кроссовки для бега помогут избежать травм, улучшить показатели и снизить нагрузку на суставы. Вне зависимости от специализации, то есть спринт, бег на длинные дистанции и прочие виды, беговая обувь должна иметь общие характеристики. Максимальное облегание и фиксация стопы, повышенная износоустойчивость подошвы, наличие хорошей системы вентиляции, гибкость и мягкость в передней части, высокие амортизационные свойства. Позаботьтесь о паре тренировочных кроссовок, и ваши пробежки станут комфортнее. Это касается и занятий ходьбой. Если вы бегаете уже достаточно давно и хотите увеличить скорость, есть два лайфхака. Первый – вы можете включить динамичную музыку и попробовать подстроиться под этот темп. А второй – бежать с кем-то более быстрым, чем вы. Тогда вы сможете увеличить скорость или, может быть, расстояние. Если вы бежите в гору, сосредоточьтесь на ее вершине, но не на движении ваших ног. Это поможет открыть второе дыхание и облегчить работу в целом. Измените маршрут, когда вам становится скучно тренироваться на этой местности. А еще можно выбрать другой тип тренировки. Например, устроить себе скоростную работу или темповый бег на стадионе. Делайте растяжку после каждой тренировки, чтобы подготовить себя к следующей наилучшим образом. Если бег не для вас, а тренироваться интенсивно хочется, попробуйте интервальные тренировки. Они полезны не только для эмоциональной разгрузки. Еще помимо уменьшения жировой прослойки, такие тренировки способствуют увеличению силы и выносливости. Интервалы высокой интенсивности позволяют сжечь большое количество калорий за короткий срок. Попробуйте комплекс Табата. 20 секунд интенсива, 10 секунд отдыха в течение 4 минут. Если вы хотите похудеть, а времени на спортзал у вас нет, можете попробовать 30-минутные тренировки, которые сочетают в себе прыжки и упражнения на построение рельефа. Для вас имеет значение качество тела? Набрать массу или даже снизить вес можно на одном питании фастфудом. Однако желательно все-таки следить за тем, что вы едите, и главное – уделять внимание силовым тренировкам. И здесь мы раздобыли пару полезных советов. Сделайте легкую кардиоразминку до силовой тренировки. Это поможет снизить риск травм и болезненных ощущений. Вы хотите увидеть результаты быстрее? Запланируйте по крайней мере 3 занятия в неделю. Обязательно давайте мышцам восстановиться, а себе отдохнуть. Если вы проводите тренировки 2 дня подряд, то первый сконцентрируйтесь, к примеру, на мышцах спины, груди и рук, а второй сделайте упор на ноги и ягодицы. Чтобы сделать свою тренировку максимально эффективной и сжечь как можно больше калорий, делайте суперсеты. Это комплексы упражнений, которые выполняются в быстром темпе и без отдыха. А если еще добавить ситуацию нестабильности, то работа будет еще тяжелее. Например, вы можете стоять на одной ноге и выполнять привычные упражнения. В этот раз мы собрали полезные советы для занятий по бегу и ходьбе, поговорили об интенсивных и силовых тренировках. Но осталось еще столько интересной информации, которой так хочется с вами поделиться. Поэтому ждите продолжения сюжета о спортивных лайфхаках.